Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Dolls. И сегодня мы с вами откроем вторую куколку LOL OMG, сестренку, подружку нашей Sweets, и это Spicy Baby. На этот раз я в курсе, как открывается эта коробка, поэтому столько мучений уже не будет. Давайте посмотрим, что же у нее внутри. Thank you.
Ну что, друзья, вот и вылезла из коробки наша девочка Перчик, и они теперь вместе, две подружки. Даже не знаю, какая из них мне нравится больше. Они обе очень детализированные, очень продуманные, и, ну, наверное, все-таки Перчик. Потому что в итоге они оказались обе немножко не такие, как я ожидала. Я думала, что Мария Антуанетта, она будет еще более сладкой, да, но она такая при этом немножко стервозная дама. Когда надеваешь на нее все аксессуары, она уже не совсем Мария Антуанетта. А вот когда собираешь полностью образ Перчика, да, она становится Перчиком, но вот если с нее все это снять, то мне очень-очень понравился ее купальник полосатый. Он отправляет нас к первым куклам Барби, да, к ее полосатому купальнику. И в этом полосатом купальнике она выглядит очень миленькой, со своими хвостиками. Это очень здорово. Мне очень понравились ее ботиночки. Классные аксессуары. Я даже не знала, что они есть. Кстати, немножко они накосячили с пудреницей, потому что молдированная часть, да, вот здесь вот рисуночек такой в виде, даже не знаю, крылышек и хвостика от чертика, и молд находится вот на этой стороне, то есть где у нас блестящие тени. По идее, вы держите вот так, да, зеркальце, и молд должен был быть вот здесь, но они немножко перепутали, ну ладно. И его очень легко вставить в руку куклы, потому что здесь есть дырочка. Вы можете этот палец засунуть в эту дырочку, и прекрасно она держит эту пудреницу, эти тени, блестки у себя на руке. Немножко странная кисть, не знаю, даже таких размеров, намного больше, чем пудреница, но очень понравился сам целиком образ. Не очень мне нравятся вот эти штанцы. Не знаю, вообще, мне кажется, они странноватенькие. Но в целом образ мне очень понравился. Вообще, Lola MG — это далеко не самая моя любимая линейка кукол. Но вот эти две девочки мне прям очень понравились. И да, собралось у нас сердечко. Вот оно, сердечко. Я думаю, что мои девчонки будут так и стоять на фоне этого сердечка на полке. И я так и не поняла смысла в трех держателях для подставки для этой куклы. Там два узких держателя и одно широкое. И зачем они нужны, я не понимаю. То есть я не думаю, что это, знаете, какой-то там запасной вариант или еще что-то на случай, если вы все сломали или потеряли. То есть, наверное, какая-то идея в этом была. Если вы знаете для чего, то расскажите мне тоже, потому что я не понимаю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Расскажите, что вы думаете об этой парочке. Ну, конечно же, о Перчике отдельно. Кстати, у нее очень крутые волосы. Они такие гладкие, такие мягкие. Их очень приятно трогать. И они настолько гладкие, что даже хвостики, вот эта резиночка, она сползает с этих хвостиков. Настолько они гладкие и мягкие. И, конечно, расскажите, что вы думаете вообще об этих куклах, какая вам больше нравится, какая из подружек и как вообще вам эта серия.